Apple ускорила разработку сгибаемого iPhone. Названы технические характеристики всех версий Samsung Galaxy S21, а также конец эпохи смартфонов серии Galaxy Note. Всем привет, вы на канале Мобильный Придира, это самые интересные новости технологий. А чтобы не пропустить новые выпуски и быть в курсе всех самых актуальных новостей из мира технологий, не забудьте подписаться на наш канал и нажать колокольчик. Поехали! Apple ускорила разработку сгибаемого iPhone. Вскоре после анонса серии смартфонов iPhone 12 в сети начала появляться первая информация о будущих новинках компании. В частности, инсайдеры сообщили свежие подробности о разработке первого гибкого устройства именитого бренда и даже назвали ожидаемую дату его анонса. По данным источника, Apple недавно сделала запрос своим партнерам на поставку компонентов, необходимых для производства смартфона со складным экраном. Китайские производители электроники, включая Хуанхэй, отправили вендору необходимые образцы комплектующих, в частности шарнира, для разработки устройств в соответствующем форм-факторе. Согласно предыдущим отчетам инсайдеров, ранее Apple приобрела у Samsung небольшую партию матриц для гибких раскладушек, но пока неизвестно, какую именно технологию компания намерена использовать в дисплеях складных iPhone. Ожидается, что смартфон с гибким экраном в ассортименте Apple появится не раньше, чем компания перейдет на дисплей с матрицей Mini LED. Кроме того, по слухам, это будет первая за последние несколько лет флагманская версия iPhone без щелки, а ее релиз состоится в 2022 году. Предположительная стоимость первого складного смартфона Apple составит около $1500. Названы технические характеристики всех версий Samsung Galaxy S21. Авторитетный сетевой информатор Макс Вайнбах, ранее отметившийся множеством достоверных инсайдов, разместил в открытом доступе детальные спецификации всех моделей грядущей серии смартфонов Samsung Galaxy S21. В публикацию вошли не только данные о железе гаджетов, но и другие подробности, включая точный состав модулей камер и даже расцветки корпуса каждой из моделей. По сведениям информатора, все три аппарата будут построены на базе мобильной платформы Snapdragon 875 или Exynos 2100 в зависимости от региона поставки. Кроме того, грядущие новинки получат 5G-модемы, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, а также прошивку One UI 3.1 на базе Android 11. Samsung Galaxy S21 Ultra оснастят 6,8-дюймовым LTPO дисплеем с разрешением WQHD и максимальной яркостью 1600 нит. Модели Galaxy S21 и S21 Plus получат Full HD экраны, изготовленные по технологии LTPS, диагональю 6,2 и 6,7 дюйма соответственно. Частота обновления матриц всех новинок составит 120 Гц. Модули основной камеры и базовой модели ее плюс-версии, согласно источнику, получат три сенсора, пару 12-мегапиксельных, главный и сверхширокоугольный и зум-модуль на 64 мегапикселя. Модификации Ultra Insider приписывает основной датчик с разрешением 108 мегапикселей, сверхширокоугольный на 12 мегапикселей и два 10-мегапиксельных, оснащенных телеобъективами с разным фокусным расстоянием и максимальной кратностью оптического приближения 10x. Все новинки получат функцию записи видео 4K с 60 FPS и 8K с 30 FPS, поддержку технологии стабилизации Samsung SuperStudy, а также возможность одновременной съемки на основную и фронтальную камеры. За автономность Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra будут отвечать аккумуляторы емкостью 4000, 4800 и 5000 мАч соответственно. Также ожидается, что две старшие модели линейки получат поддержку функции цифрового ключа от автомобиля в составе экосистемы SmartSense. Дата презентации гаджетов производителям еще не объявлена. По слухам, мероприятие состоится уже в январе 2021 года.
Samsung откажется от серии Galaxy Note в следующем году. Вслед за техническими характеристиками грядущего флагмана Samsung сетевой информатор Макс Вайнбах опубликовал прогноз, касающийся всех релизов бренда в следующем году. В своем твиттер-блоге он разместил предположительный список новинок компании на 2021, включая устройства с поддержкой стилуса, и среди них не оказалось ни одного представителя серии Note. Ожидается, что обновленную линейку Galaxy S21 традиционно будут представлять три модели S21, S21 Plus и S21 Ultra. В линейке Fold произойдет пополнение в лице Z Fold 3, раскладушка Z Flip также получит новую ревизию. Кроме того, компания представит фанатский Galaxy S21 и Z Fold. Примечательно, что по словам инсайдера, три модели из опубликованного списка получат поддержку стилуса S Pen, что подтверждает прошлые слухи, связанные с желанием Samsung прекратить дальнейшую эволюцию смартфонов семейства Galaxy Note. Первый Galaxy Note с 5,29-дюймовым дисплеем, Android 2.3, процессором Cortex-A0 и 1 гигабайтом оперативной памяти был представлен в 2011 году. Таким образом, серия просуществовала 9 лет. Представители Samsung публикацию инсайдера не прокомментировали. А вы были на канале «Мобильный Придира». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь видео со своими друзьями. До скорого!